И когда мы говорим как оправдание то, что у нас не получается, у нас времени не хватает на что посвящать изучение жизни написанного пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, когда человек такой приводит как узру на арабском языке, как вот оправдание, пусть этот человек подумает о тех сподвижниках, о тех сахабах, которые лежат вот здесь, скажем, в городе Дербент, которые оставили не только, как говорится, вот несколько километров, а оставили огромное расстояние, чтобы мы сегодня говорили «Ашхаду алля илляха илляллаху, ашхаду анна Мухаммад Расулуллах». Их цель была такова, чтобы распространить религию Всевышнего Аллаха из-за любви к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям.